мужчины мучили детей. Умно, намеренно, умело творили будничное дело. Трудились, мучили детей. И это каждый день опять, кляня, ругаясь без причины. А детям было не понять, чего от них хотят мужчины. За что обидные слова, побои, голод, псов, рычание. И дети думали сперва, что это за непослушание. Они представить не могли того, что было всем открыто. По древней логике Земли, у взрослых дети ждут защиты. Одни все шли, как смерть страшны. И дети стали образцовы. А их все били. Так же снова. И не снимали с них вины. Они хватались за людей. Они молили и любили. Но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей. Я жив, дышу, люблю людей. Но жизнь бывает мне постыла. Как только вспомню, это было. Мужчины мучили детей.